Вот долгожданный одноклассник Актам Манона. Привет! Как? Все нормально? Здоровье как? Дома как? Ну вот. Во, молодец. Как раз мы договаривались. Вот это место. Место встречи. Место встречи. Вот, дорогие друзья, Шелковый путь, Узбекистан, через Кыргызстан, Таджикистан, проехав Памирский тракт. И вот как раз, когда я в Дангаре пообедал, это было 2 часа, я дал старт. И вот, не доезжая Нурека, поднимаясь с высоты, какой-то миг я уснул. И в это время ударился на этот, где мой фокус стоит. Вот хорошо, Актам, мы договаривались, он прибывал, и меня забрали в скорую помощь, а велосипед он все собрал и сам привез. Вот это место, это самое незабываемое место. Мои дорогие друзья, Ипак Юля, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан аркали Памир тизмаларидан өттим. Ва айни ўтишим билан жуда хурсанд бўлган эдим. Данғара деган жойда мен овқатланиб, обедда соат 2-да старт бердим ва тушиб келаётган спусклар орқали шунчалик об-ҳаво 45-50 градуслар атрофида эди. Менга юрмаг дешганида мен баъзи юришга тўғри келди, чунки душанбага етиб бориш керак эди. Ана шу жойда мен ўзимни билмайман, фақат бошим урилганлигини биламан. Ana buna kadar joylarda sakrap ana Aktam joylarin ana. Mana şunda joylardan uçup getip ana o nimalardan uçup getip kopman ve şu şagal orkali borup başım bilen uruldum. Bu hafsızlık hiç kim bilip olmaydı. Tacikistan 2018 yıl 19 Eylül. Mana uşa hodisa ro'y bergan joydan men bugun balnitsadan chiqib yana boshladim shu joydan marshrutimni. Nuregezini ko'ramiz. Keyin Dushanbe va Ayni tomondan Samarqandga ketamiz, Panjikentga o'tib. Ehtiyot bo'ling. Mana Aktamjon bilan yana bir bora uchrashdik. Hali Aktamjon. Ekranga qarab. Sog'liklar yaxshimi? Yaxshi. Formalar zo'r-ku. Lekin forma. Ha, malayet. Mana endi ikkinchi etapni boshladingiz. Aynidan davom ettiramiz. Молодец, Актам. О, Актам, Маннонов. Мы с Фоксом уже приближаемся в Душанбе, столица Республики Таджикистан. А вот Памирские горы остаются позади, а это водохранилище Нурек.
Вот, дорогие друзья, скоро уже Душанбе. Позади остаются горы Памира. А вот впереди, смотрите, какая красота. Это водохранилище Нурек. Вот Актам Манонов опять начал свою вторую велопробег. Уже он начал с Душанбе, в сторону Айни, и хочет поехать к своим детям в Самарканд или в Ташкент. Это Актам Манонов. Ana Aktam Manonov qiyinchiliklarni kechmoqda. Velosipedda ham qiliqlar chiqarmoqda. Sev chiqib ketdi. Вот видите, скоро уже Нурекский ГЭС. Это водохранилище, я вам рассказывал, начиная перевал Койтизак. Маленькие ручейки превратились в реках Танч. Вот, видите. Мана борген сары Нурек гирезы су амбары яқынлашып келмоқда менге. Икки биродар Өзбекистан, Тожикистон халқының фарзандлары. Мана бір чирайли манзараны язып алмоқда мен. Есіңізде бармы? Помирдан tushayotganim sari meni zilol suvlar irmoqlarga aylanib, daryolar hosil bo'lib, eng katta daryo Tojikiston va Afg'oniston oralig'idagi daryo Panj daryosi edi. Mana shu Panj daryosini ham bora-bora oldini to'sib, Tojikistondagi Nurek suv ombori, Nurek gresini oldiga kelib qoldim. Вот, дорогие друзья, все ближе, все ближе. Памирские горы вдали уходят. А я скоро уже Душанбе. Вот, видите, собралось водохранилище Нурек. Мана, азиз достлар, Қоңыр таулары узауда қолды. Сулар йығылып-йығылып, Тожикистанның ең машхур Нурек су амбары. Ана, гүзәллик. Мана, ман Нурек гесіні су амбарыда ман үтінші. Молодец! Ақтам өзінің ікінші велопробегіні башлады. Яғни айни томонге, айнидан Самарқанд, яки Ташкент. Мен әзіз юрташлар. Қоңыр таулары барген сары ұзақлашмағды, амма мен Душанбеге яқынлашмағды мен. Ипек елінің айнан Өзбекистан, Қырғызстан, Тожикистан арқалы өтеді ел, мені қарен гөзал табиат. Нурек гесіні су амбарын алды дамен. Мына бұл бірінші кішкене түнел. Қады жазылғанды. Километрі 22 метр аралығы. Тайлиля құрген. Мына алдында ярылық
juda yaxshi. Ventilyatsiya bor. Havo toza. Oldingidagidek ayni perevaldagidek emas. Kurdiz mi ama nesane? Harang 5 kilometre hazır lakin emmez. Çıraba mı? Bu karanlığı yakın ha? Çay vermeyiz mi? Çay tüketeylik. Şükür ne giyin varlığı yiyemiz ki? Yege suyunu karanlığı. Norak Manbay Nur. Варишь что ли? Давай езжай. Машина оттуда уехала. Давай секин-секин юрам зей. Ямал бунаса. Аслиге чушам кыйын. Вот куда привел нас. Это уважаемый человек, директор фармацевтического завода Дангаринского района, уважаемый Фазлиддин Ака, направил сюда. Вот и купайся. Ой, бу. Вот, дорогие друзья, смотрите. Ого! Вот вам красота. Нурекский водохранилище. А это сейчас Актам. Актам Мавлонов будет купаться, а я буду чай пить. Мне нельзя же, я... Вахш Дарьосы, Таджикистан. Мана карань, брам чиройли табиат. Суны карань. Актам Мавлонов блай икинчи маратаба Hayot maktabi bo'lgan sayyohlik yo'li. Yo'lga chiqdik. Hozir Dushanbe tomon ketayotgandik. 19-iyunda bo'lgan voqea esdan chiqmaydi. O'sha kuni juda xursand bo'lganman. Fazliddin degan aka
Питерда яшайды, ама Данғарада фармацевтика заводын құрыйаткен екен. Шо адам ман тоқтатып жүді құрсан қылгенден кейінгіне, манда шу фалакет ұчырады. Ама ман Актан білен біргелейді, мана азы душам кете отудік. Яны елгер обара болды. Біз чай іштік, балық едік. О адам құрсанлігіден чумылсаларыз, ман яшы жоға жонатаман деді. Ана Актан Мауланов маза қылып чумылы епті, вақшы дарясы да. Ман тамон сузинг. Ага, яхши сузар экан. Актан Мавлонов моряк бўлган ўзи. Подводный лодкада хизмат қилган мана. Ана, ким кўрибди буни? Бу тарихда қолади. Ана, чўмилишга қарай. Келинг. Вот так выглядит Нурекский ГЭС, Вахская река. Вот, дорогие друзья, смотрите. Природа, погода, воздух, чистая погода. А там живет народ Таджикистана. И мы едем дальше. Сегодня день был хорошим. Да, не ожидал, что Фазлиддин устроит такой праздник мне. Спасибо ему. Вот. Скоро начинается вечер. Мы подъезжаем к туннелю. Вот здесь прощаемся. Норак. Атлон, туннель, атлон. Тур 50 метров. Ночью опасно, да? А? Опасно, да? Здесь? Что будем? Отдыхать? Давай, спокойно будем ехать, давай. Не смогли днем крутить, ночь крутим. Тормоза держат? А? Нет? Точно? Ну-ка дай, давай мне. На мой можешь? Осторожно тогда. Если не работает, давай отдохнем где-нибудь. Все, не надо.
Опасно. Хочешь вот здесь отдохнешь? Налево. Или вниз спустимся? Как-нибудь. Потерпишь? Давай. Осторожно тогда. Тогда завтра починим его. А? Не можем? А? А вот этот ключ не пойдет мой? Ну давай осторожно езжай. Где-нибудь отдохнем, утром сделаем. Меня обгоняй. А там вперед, я за тобой. Не переживай. У тебя свет горит? Хорошо. Давай осторожно.